Всем привет! Я никогда не записывал живых видосов, просто потому что не было на то повода. Но сейчас повод появился. В общем, каким-то образом, очень удивительным, на севере очутился нераспечатанный диск, очень редкий, на севере, где я живу, команды Divided by Zero, вот, The Black Sea. Он не распечатан, как вы можете видеть, вот. И, блин, мне хотелось как-нибудь этот момент все-таки зафиксировать, поэтому я сейчас его просто буду на видео распечатывать. Я не знаю зачем. Мне кажется, это достаточный повод для того, чтобы все-таки дело зафиксировать. Действительно, таких дисков не так уж и большой тираж был, во-первых. Во-вторых, ну, группа достаточно малоизвестная, поэтому давайте глянем, что там внутри. Мне, честно говоря, самому очень интересно. Вот. Диск, к сожалению, ну, коробочка от него при транспортировке немножко поломалась. Вот. Ну, в принципе, от этого менее ценным материал, который здесь записан, не становится. Ух ты ж. Здесь наклейка. Лицензия, чё? Вот, наклейка, на которой написано название. Ой, не той стороны. Фокус, к сожалению, не ловится. Ну ладно. Название, штрих-код. Corporate Punishment. Наверное, лейбл. Да, это лейбл. Среди прочего. Здесь указан. Ну что ж, это дело как-то надо отклеить. По возможности эту наклейку тоже сохранить, потому что, ну, не знаю зачем. Мне кажется, стоит. Или резануть ее. Да не, лучше все-таки отклею. На Яндекс.Музыке, если что, этот альбом можно абсолютно легально прослушать. 2006 года альбом. Вот. Абсолютно легально и бесплатно. Также он доступен в Google Play. Насчет iTunes не уверен. Вот. Ну и, в принципе, такой достаточно достойный пример альтернативы середины 2000-х. Вот. Тогда много кто делал подобное, но мне кажется, это один из достаточно интересных примеров, нетипичных. То есть здесь еще регги до кучи, мало того, что альтернатива, ну, такая, знаете, достаточно сопливая, но зато то время и ценится, так сказать. Ух ты, Sick World. Тут у нас, как вы видите, диск. Ух ты, немножко вон коробочка поломалась. Видите? Ни хрена не видите. Камера не фокусируется. Ну, в общем, диск плохо держится здесь теперь. Хреново. Ну, что поделать. Сейчас глянем, что тут у нас за буклетик. Возможно, с текстами. Я, если честно, половины не понимаю, потому что я лучше... Потому что я Beatles в детстве слушал. Лучше всего понимаю именно британский акцент. То есть британское произношение. Да, тут представляете тексты. Удобно. Теперь хоть пойму, о чем мои любимые песни отсюда. Да и не самые любимые тоже. Всякие спасибо. Кто на чем играл. Тоже, кстати, интересная информация. Интересная футболка. Ну что ж, вот такая вот обложечка. Вот. Такая вот рекламка к этому делу прилагается. Да. Мерч, что ли, они продают, эти Sick World или что? Продавали. Не уверен, вообще существует сейчас эта команда, нет. Ай, бляха. Аккуратнее. Вот, дисочек.
Ну, коробочка. Задняя сторона коробочки. Блин. Блин. О. Все. Спасибо. Я этот момент зафиксировал. Я доволен собой.